И те последние слова, которые хочешь, мы уже не быть на месте. В столице 19 часов. В студии Ольга Дубровина. Главные новости к этому часу. В Госдуме обсудили национальный план по противодействию коррупции. Об этом подробнее через секунду. Про главное. Главы российских силовых ведомств сегодня отчитались перед депутатами о ходе борьбы с коррупцией в своих рядах. Национальный план начал действовать больше года назад. За это время к ответственности за взятки привлечены 2000 человек, отметил глава МВД Рашид Нургалиев. Так и заявил, в свою очередь, генпрокурор Юрий Чайка. За полгода его ведомство выявило 11 тысяч нарушений закона о госслужбе. Оправдываться сегодня перед депутатами пришлось и замгенпрокурора Александру Бастрыкину. Депутаты упрекнули его в ведении частного бизнеса за границей. Эти сведения Бастрыкина проверка. Про спецоперации. Сотрудники криминальной полиции Берлина сегодня задержали трех исламистов, которые подозреваются в подготовке терактов в России. Об этом сообщает пресс-служба берлинской прокуратуры. Задержаны трое мужчин 28, 30 и 36 лет. Об их национальной принадлежности пока не сообщается. Про расследование. ФСБ расследует одно из самых крупных уголовных дел о контрабанде золотых изделий в Россию. Следственное управление ведомства возбудило дело в отношении нескольких сотрудников ювелирного холдинга «Алтын», сообщает РИА Новости. Также сегодня в магазинах сети гипермаркетов «Золото» в Москве, Петербурге и Омске прошли обыски. Про ГИБДД. С лихачами на дорогах теперь будут бороться с помощью лазера. Сотрудники ГИБДД получили на вооружение новые особо точные радары для измерения скорости. На автомобиль они наводятся с помощью лазерного луча. Кроме того, прибор может снять машину на фото или видео. Радар способен поймать превышение скорости с расстояния в 700 метров. Про футбол. Президент ФИФА Йозеф Блаттер приедет на следующей неделе в Москву, чтобы обсудить с российским премьером Владимиром Путиным заявку нашей страны на проведение футбольного чемпионата мира 2018 года. Как пояснил министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, для ФИФА важно, чтобы заявку поддерживали власти государства. Напомню, помимо России в борьбу за проведение чемпионата включились Англия, США, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, Бельгия с Нидерландами и Испания с Португалией. Про чиновников. Сокращение VIP-штата. Правительство озаботилось ростом числа чиновников и планирует снизить расходы на госуправление. Ведь, несмотря на призывы затянуть пояса, армия бюрократов –
прошлом году выросла на 11%, а затраты увеличились на треть. Каким образом чиновники будут урезать расходы? От чего придется отказаться первым лицам страны? И кто попадет под сокращение? Поговорим об этом в 19.30 «Народных новостях». Официальный курс доллара на завтра 29 рублей 78 копеек. По сравнению с прежним значением доллар потерял 5 копеек. Про евро. Курс евро на четверг 43 рубля 82 копейки. Европейская валюта подешевела на 15 копеек. Про погоду. В Москве сейчас плюс 9, завтра в столице облачно, временами дождь, местами сильный, ночью 7-9 градусов, днем 12-14. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров. Ольга Дубровина, служба информации. Твоя дорога. Сегодня в дверь ты мои, ведь снова ночью жду, страдаю.